Я думаю, что причина конфликта между Россией и Турцией в поведении российских властей. Турки здесь совершенно ни при чем и совершенно не виноваты. А такая повышенная агрессивность российских властей связана с кризисом, о котором мы говорим. То есть в ситуации кризиса нужно куда-то переключить внимание, найти козла отпущения, найти какую-то инстанцию, которая объявляется виноватой. У нас вообще вот в русской истории всегда действовала как бы формула Екатерины Великой, которая говорила, если подданные недовольны, виноват всегда государь. А в советском государстве 17-го года действует принцип, если существуют проблемы, то виноваты враги, виноваты америкосы, виноват Евросоюз, власть никогда не бывает виновата. Но это же настолько надоело, настолько осточертело, что пора уже как бы поставить точки над «и». Оставьте в покое Турцию, оставьте в покое Сирию, оставьте в покое Украину. Давайте займемся наведением порядка в собственном доме. А не займемся, значит, будет еще одна война. Нам мало тысяч погибших в Украине, пострадавших очень много и погибших уже в Сирии. Вот мало, давайте продолжим.